поверишь, что я вышел в эфир. Ну да, да, да. Пока они не наберутся. О. Всем салют, это эфир непонятно для чего, непонятно зачем. Вас приветствую. Чё, как у кого дела? Я тут хочу приучить себя выходить в эфир почаще. Салют, Аня. Я пытаюсь, типа, и там, и там, знаешь, чтобы это был интерактивный эфир. Если он просто... Короче, это эфир на пару минут, буквально. Мне тут подарили хуйню, которая держит телефон. И я теперь могу выходить в эфир современно. Не, странно. Я, короче, хочу выбрать... какой-то день, неделю, и выходить просто регулярно в эти эфиры, чтобы это стало привычкой. У меня есть такая идея, но... Получается вторник? Фит с Коком в пятницу, да, как вы узнали. Кто ждет Эрбан? Бля, странно, это хуйня работает. Можете задавать вопросы, я буду читать и отвечать на них. Потому что в монологах я не силен. Челан, когда у меня Эрбан? Ты смотришь эфир у себя в телефоне здесь? Тогда, чтобы задержка была. Когда альбом-то? Фит с Кристаллом на альбоме не знаю, но в целом я думаю, что будет, да. Почему бы нет? Так на вопрос про альбом-то. У нас с тобой фит в пятницу выходит, они знают об этом. А, кто-то да? Писал об этом просто тут сообщение. А Исаева, может, мне? Больше никаких. Что делаете? Делаем узло. Сидим, вот решили. Приходится, наверное, вспоминать. Короче, задайте вопросы, потому что я иначе не могу нормально общаться. Не особо социальный человек. На самом деле социальный же, когда камера, блядь, не работает. Вот, ну вот да. У меня есть проблема. Проблема? Тоже у меня проблема. Альбом, который выйдет в 21-м, переплюнет то, что было в 17-м. За это можете не переживать. Есть вопрос к слушателям, зрителям. Давай. Что сделать с сэмплом, чтобы он звучал лучше? Лейвинг. Спасибо. Вспомнил умное слово. Арни, когда наш трек выйдет? Скажи мне, если ты еще в чате. Нужно дропать. Кстати, помимо треков вот с релиза, будет еще один трек, который в него не войдет. И сингл тоже будет. И клип. Скоро. Так. Кстати, вот, хороший вопрос. Это не окончательный список городов в туре. Еще будут. Мы просто хотим их анонсировать еще пачкой. Но везде мы не успеем, поэтому вторая часть тура будет все равно весной. Но... Мне постоянно пишут, по-моему, я не помню, Самары, по-моему, нет, вот Самара будет. Короче, будет еще города. Сейчас списки городов писать нет смысла, я все равно их не вспомню, поэтому можно о другом поговорить. Может, Рим за место снэра? Кстати, вполне возможно. Да, здесь, наверное, какой-то фон слишком. Короче, кто считает, что мне нужно выходить почаще в эфиры. Раз в неделю, по четвергам. Ты? Может, тогда я научусь общаться. Вот у меня проблема, я вот монолог, это вообще не мое, знаешь, в одну каску разговаривать. Мне вот проще на тебя смотреть и говорить с людьми там. Это гораздо проще. Вот ты Спиаус видел?
Салют, Кристалл. Может, я с кем-то поговорю. Кстати, вот что я сделаю. Если я не могу говорить... Типа, чтобы тебе в эфир тоже вышли. Во-во, сейчас. Кстати, да. Вы еще в документалку попадаете автоматически. Блядь, никого не видно. Здорово, где? Марк. Мы с тобой поговорим, потому что я не умею в монологе. Да, давай. Ну, например, на вопросики в чате давай... Отвечаем на тебя. Нифига себе. Окей, давай. Очень много людей пишет, когда будет новый трек. Новый трек будет, скорее всего, в начале мая. И это будет не трек с альбома. У меня просто здесь идет стойка. Это будет не трек с альбома, но он будет. Это будет совместка, кстати, еще одна. Но вы никогда не угадаете. Также я хотел бы сказать, что мне очень нравится творчество Куока. У него просто великолепные треки. О, Лаван, ты куда убежал? Салют. Лаван, у тебя вообще офигенные треки, нравится. Спасибо. Да, также передаю привет своим друзьям. Вот. И, Марк, а ты откуда? Откуда с нами в эфире в данный момент? Из Тулы. Из Тулы, да? А я в Туле ж буду или не буду? Я уже не помню. В этом году буду в Туле? Нет, у тебя не в списке было. Была Тула? Значит, в Туле не буду, к сожалению. Но, кстати, от Тулы до Москвы недалеко. Пригоняйте в Москву. Ну да, я в Москве был, да. На тем более, с Тулы вообще грех не попасть в Москву, учитывая разницу между концертами. Так что я считаю, что каждый уважающий себя человек, который проживает в Туле, хочет попасть на концерт, должен... После этого эфира я обязательно приеду в Тулу. Все, отлично. Тогда я побежал, сейчас буду еще кого-то... Кстати, я в Туле вот... Все, давай, удачи, пока. Счастливо. Сейчас надо научиться еще отключать людей, понимаешь? Самое неприятное, да? Сделать кому-то больно. Кто дальше? Так, смотрим дальше. Подключаемся. А как посмотреть полный список? Я вот наугад подключаюсь, я подключу кого-то, а там будет кнопка, то, что я не хочу. А? Нет, это сразу go to life. Ну ладно, нажимаю. Марк, где Самара? Вот спрашивают про Самару. Самара будет, просто еще не успели объявить. Все, кто из Самары, вы там чаете, она будет. Йоу, салют. Так, там плюсы. Палагин ставят. Да, Палагин, салют. Ну так что, давай поговорим. О чем будем разговаривать? Блять, я чуть не вышел с лайва только что. Вот и поговорили. Я просто не вижу. Так что, задавай вопрос. Фит с Кристаллом когда-нибудь будет, просто еще он. Я, кстати, с Рижского района. Учился. Я не знаю. С Рижского? А я, знаешь, откуда с этого? В Эсмигайлсе, я там родился. Ебать, я вообще просто... Так, не вообще удивляется. Как хуйня. Ебать. Все, ну шо, да. Так, что, еще будет какой-то вопрос? Я тут отвлекся на секунду. Я понял. Хорошо, все, тогда давай. Все, на связи. Так, давайте в следующий раз, вот сейчас все, кто будет кидать эти реквесты, да, давайте будьте чуть более общительными, потому что если... А, все, видишь, ты знал, что, по-моему... Ну, я решил помочь. Так. А в чем прикол между вот этими тремя? Это ты сам отправишь инвайт. А, все. Три, которые кинули. А, вот эти сам. Мне только три человека кинули инвайт, и никто не хочет. А, нет, вот, увидите всех. Так, тех тут 19 500, может, все видеть. Не важно, что слушают настолько полторы. Ты будешь выбирать, типа, по имени? Не, наугад. Давай 12-го. А ты сейчас нескольких сразу. Я не люблю 12-х. Почему? Те, кто знает, все поймут. Так, ладно, наугад нажимаю. Вот, не знаю, кого выключу. Мне кажется, ты подключил не одного человека. Потом можно. Так, да? Можно, да? Да. Серьезно? Да. Так, надо несколько всех подключать. Давайте всех подключим. Йоу, салют. Почему я всех подключаю? Здорово, Мак. Здорово. У тебя все нормально? Все отлично. Понял, понял.
Чё? Как дела? Не, просто глаза на секунду показались немного расшатанными. Так вот, что там это? Давай поговорим. Вопросы какие-нибудь будут? Давай. Когда в Казахстан? Казахстан. Кстати, в Казахстан, по-моему, весной. Вот сейчас мы точно не попадем, но весной, по-моему, будем. Круто, круто. С какого ты города? Я с Петропавловска. Ну, к нам навряд ли приедешь. Кстати, даже не знаю. Не уверен. Но вообще, короче, в Казахстане мы будем скоро. Поэтому весной точно будем, 100%. Приезжай, Нурсултан, приеду к тебе на концерт. Там я буду, там я точно буду. Я там был раза три уже, но это все было, естественно, без альбома. Вот. Я, кстати, был в Алматы на соревнованиях и не смог упасть в маленьких фильм. Ну, соревнования важнее, чем концерт, который, как говорится... Скажи, Андрей, почему соревнования важнее? Потому что это дело чести. Потому что это дело чести. Пора и честь знать. Да. Ладно, хорошо. В общем, тогда все, я переключаюсь на следующего человека. Все, давай. Давай, удачи. Так. Как будто тебе хватает немного социального сейчас этого. Социального чего? Топлива. Чехия будет? Вован, Чехия будет? Чехия будет, конечно. Какого числа? 20-10. Если бы я был ведущим вот любого вообще, не знаю, канала, меня бы уже уволили давно. Причем я бы даже, наверное, стажировку-то не прошел. Так. Точно. Сейчас я подключу. Давай, наугад. Рига, конечно, будет. Чехию респект. О. Привет. Салют. Марка нет больше. Отключилась. Вау, привет. Да ладно, я тут, как дела? У меня, Марк, у меня к тебе вопрос. Планируешь ли ты концерт в Киеве? И осенью или весной? Планирую. Будет, скорее всего, с вероятностью в 95% осенью. Я сейчас задумался на секунду. В декабре, скорее всего, он будет. Вот. Вау. Но еще не точно. Но я все сделаю, чтобы он был. Вот. Это очень круто. Просто обязательно. Возможно, будет. Я там буду даже раньше. Возможно, я там буду этим летом. Но есть несколько нюансов, которые мне нужно уладить, чтобы спокойно туда приехать. Вот, то есть предложение есть, а возможности... Как минимум границы открыть. Как минимум границы открыть. Вот я сейчас этим занимаюсь, пытаюсь там... Да, с карантином сложновато, конечно. Ну, Украина тебя просто ждет. Да. Я сам жду. Ну, я очень люблю приезжать на Украину. Одни из самых моих крутых концертов. Стабильно. Вот каждый тур, когда мы ездим туда, приходит там. В Украину, естественно. Андрей, ты что думал, я сказал? Вот. В общем. Харьков. Спасибо тебе. Конечно, вот это я вижу в комментариях. Харьков. Потом Днепр. Это я вспоминаю крутые концерты. Львов. Но Одесса — это вообще в сердце вот здесь находится. Но Львов, кстати, очень крутой концерт. Я вообще не ожидал. И Киев, само собой, не обсуждается, но это столица, поэтому тут как бы, ну, без вариантов. Это прекрасно. То мы все волновались, думали, что ты будешь уже весной. Хотелось бы как бы поскорее альбом Нет, услышать. Нет, я думаю, что осенью, да? Я буду точно, возможно, летом, но не факт. Но с альбомом вот осенью. Вот, как-то так. Все, тогда будем... На связи. Спасибо тебе за творчество просто. Да. Спасибо. Спасибо. Ты меня смешишь. Зря. Ну что, подключаемся? Был бы еще человек, который за меня вот это все делал. Так можно просто повернуть камеру. Я... А как он будет типа видеть вот того, с кем он общается? Нет. Я повернул камеру. Сейчас все охуели просто. Йоу, Марк. Здорово. Привет. Как тебе музыка от Ширана? Музыка от Ширана? Угу. Ну, слушай, мне очень нравится трек с Stormzy. Крутой у них. Где клип еще на Rolls-Royce'ах. Там еще H, по-моему, залетел на фит. Да-да-да. Крутой трек. Но мне больше нравится его более попсо... Нет, он, кстати, нет. Там вот Shape of You. Я знаю, что это сам попсовый трек, но попробуйте сделать трек с тремя аккордами, которые будут играть каждый. Ну, короче, типа, это все гениальное просто, на самом деле. Вот. Как-то... Мак, я тебя хотел...
тебя. Ну, типа, у нас голоса просто схожие по тембру, и я очень много у тебя каких-то фишек перенял, и много чем, короче, воспользовался. Ага, ну, я надеюсь, что это... И, кстати, не хочется... Подожди, извини, перебью. Хочется одну инфу сказать. Все, кто здесь смотрят, возможно, новые фанаты Маркула или так далее, послушайте релиз Friends and Family. Я думаю, многие не слышали твои новые фэны. Это очень крутой релиз, просто я его сегодня переслушал. Все, очень круто. Чекайте все, конечно. Любой релиз должен быть услышанным, любой артист должен быть. Мне, кстати, Саня и Стас тоже много чего подсказали, ну, и 17.03 тоже много чего подсказали, как нужно голосом пользоваться, короче. Понял. Вот. Ну все, теперь короче, главное воспользоваться за это. Шансом. Все. Все, давай. От мы души я побежал дальше. Да, последнее подключение. Мы когда-нибудь понял. Когда базар ноль прислал, короче, типа, я вообще с кем угодно могу фитануть, только главное, чтобы мне нравилось. Да не, ну вот тоже присылай, а вот куда присылай, типа, это уже другая инфа. Ну, а я, кстати, ну, ладно, не чекаю, когда присылают, потому что 99% само собой. Ну но, да, я все, понимаю, все это хуйня. И на самом деле, понимаешь? Оно само тебя находит, как всегда. Да, да, то есть и тот чел, который забирается на уровень, ну, который ты услышишь через знакомых или так далее, я думаю, только он и достоин. Типа, ну, по факту, потому что он прошел же через такой путь, так или иначе, типа, он, в принципе, реально достоин фита и так далее. Боже. Все, я отключаюсь тогда. Да, давай-давай, пока. Тебе тоже. Надо научиться отключаться. И не отключаться. Короче, это последнее подключение, вот что я придумал. Я буду выходить в трансляцию раз в неделю, просто со всеми вот так пиздеть. Надеюсь, это не будет, как я завел себе телеграм-канал, ТикТок и все остальное. Но как бы посмотрим, чем черт не шутит. Давайте, последнее подключение. Надо название придумать в нашей рубрике. Маркула Фан, вечерний Марк. Так, ну давайте. Самое время взлетать Клабхаус еще, мне кажется. Особенно сейчас. Да, вот такой пилет. Оу. Привет. Привет. Давай. У меня такой вопрос. В ближайшее время у тебя будет фит с кем-нибудь? Будет, я говорил это где-то 3 минуты назад. Ой, ну я просто только подключилась. А, понял. Ну, да, будет фит, никто навряд ли даже догадается, с кем он будет, не догадается, я тоже так думаю. Крутой. Круто. Будет в мае. Круто. Но не с альбома, сингл. Круто. Очень классно. А ты когда-нибудь в Пятигорск планируешь приехать? Я был в Пятигорске? Не был. Не было, почему у тебя такая уверенность, у тебя даже какая-то насмешка, как будто я что-то знаю про Пятигорск, или мы говорят, обсуждают. Нет, не обсуждают. Ну, не было. Не было. Говорят, не было. Ну, возможно, буду, я не знаю, а туда, короче, приезжаю, ну, обычно, я просто... У меня с географией... Было бы очень классно. Было бы, надеюсь. Я съездил как-то в Новороссийск, куда редко кто-то приезжает. Это далеко, кстати. Серьезно? Новороссийск недалеко? Я не знаю. Я понял. На юге, короче. В общем, постараюсь приехать. Идем дальше. Так. Я знаю, но мне, видишь, всем похуй. Никто не шлет мне реквесты. Хотя, с другой стороны, может, шлют, я не знаю. Они, если тебя кто-то фолловит, и, точнее, ты кого-то фолловишь и шлют реквесты, это можешь как-то увидеть?
знаешь, просто стоит. Залишайся молодым, не тусуйся, аби з ким. Залишайся молодим, шляхай буде цей легким. Залишайся молодим, не бери до рота дим. Залишайся молодим.